10-я юбилейная выставка «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров и художников России объявляется открытым. 10 лет на этой выставке встречаются ведущие предприятия ювелирной отрасли и модной индустрии, торговые компании, розничные и оптовые сети. Юбилейная выставка, организованная лауреатом премии Российский национальный олимп компании «Соут» Сочинские выставки, собрала на своей площадке около 70 производителей ювелирной продукции. Наш девиз – хороших контрактов и хороших контактов. Мы должны встречаться чаще, потому что у нас город Сочи – это витрина мира. То, что сегодня находится в городе Сочи, увидит весь мир. А драгоценности всего мира представлены на выставке «Золотой сезон 2016». Это последние новинки и уникальные изделия фэшн-индустрии, бренды ювелирной моды, авторские изделия из серебра, золота, драгоценных и натуральных камней, эксклюзивные украшения от компаний-производителей, а также сувенирная продукция. На выставочной площадке будут невысокие цены, будут акции, будут скидки, будут розыгрыши. И не только от наших участников, а также от нашей компании, как компании-организатора. Ежедневно в 15 часов мы проводим розыгрыш подвески с бриллиантом, тура на Красную Поляну с посещением аквапарка, а также другие ювелирные изделия. В программе выставки также пройдет международный конкурс «Золотой сезон», шоу-показы, мастер-классы, а также фестиваль народных мастеров и художников России. Выставка продлится до 25 сентября. Время работы с 11 до 19 часов. Вход свободный. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.